А это наше агентство. Здесь сидят букера. Ангелиночка хочет меня найти на Ютубе. Давайте ей поможем. Алина Михайлова, Ник Хай. Я. Ай-яй-яй, издеваются друг над дружкой. Такие же дети. Say hi. Сирена. Bye-bye. Окей. Лицо. Финиш. What the... What are you doing? А это пожелания, которые оставляют модели своему самому любимому агентству. Смотрите, здесь наши буки. Бук — это такая книжечка, которую мы показываем клиенту на кастингах. Смотрите. Это композитка. Здесь всякие фотографии, чтобы клиент мог понять, хорошая модель или нет, посмотреть. Это мой первый журнальчик, который вышел в Корее. Вообще агентство очень-очень хорошее, мы здесь реально как семья. У агентства 3 машины, так как очень много девочек. А иногда мы в одной машине, где 8 мест, садимся по 10 девочек, то есть друг на дружку. Также, если спуститься вниз, там будет студия, которая тоже принадлежит Платиному. Там иногда проходят кастинги, но если клиент приходит к нам в агентство, там есть белый фон, я, правда, сейчас вам это не могу показать, ну, как бы просто белый фон, большой стол, чтобы, если что, клиент пришел и, как бы, провел кастинг для нас, для моделей. Платинум за то, что они нас любят и не оставляют в стране. Не только с нами работают, но также устраивают какие-то праздники и празднуют вместе с нами, как одна большая семья. Люблю их за это. Аня, давай на кухню. Дина! Алина! Сколько у нас еды? Это закусочки? Красные руки, как много красных рук. Смотрите, сделали кружечку с нашей фотографией. Алин, открой там шарики. Мария, ты что? Твой лицо просто... Мама. Зачем они принесли пончики? Я сейчас все съем. Обожаю их. Здесь еще есть домашний пирог такой. Я прям на части разрываюсь. Пончики — это лучшее, что есть на этом свете. Уберите их, пожалуйста, от меня подальше. Вон они лежат там наверху. Меня соблазняют. Как это вкусно. Это яблочный пирог. Он просто прекрасен. Я растолстею еще до начала Нового года. Сейчас мы все доедим и будем наряжать елочку. Все вместе. И тут классно, все такие у нас хорошенькие. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. A merry little Christmas.
Еще даже не начался декабрь, а Корея уже готова праздновать Рождество и Новый год. Кстати, Рождество здесь празднуется 25 числа. То есть сначала Рождество, а потом Новый год. Немножко по-другому, не так у нас. Это модели! Вот как проходит мать! И Хана на заднем плане закрывает! Просто сзади директор сидит. Директор, привет! Да, переехала. Да. У тебя здесь семья? Да. Как тебе нравится Корея? Да. А тебе? Конечно, уже третий раз здесь. Буду возвращаться постоянно. Всем Нового года! Ангелина нас очень лучше разговаривает на русском. Да? Я жила в Киеве. В Киеве сколько лет? 12 лет. 12 лет? А ты там училась или что? Да. Классно. Вообще сложно было русский учить? Да. Но сейчас у тебя так много моделей на русском. Ангелиночка самая лучшая. Новый год уже начался. Какое сегодня число? 28-е? Дед Мороз! Еще раз повторяю, никто не пьяный. Просто все веселые. Мне кажется, весь влог сплошной трэш. Новый год я праздную здесь, в Корее, вдалеке от дома. Поначалу немного расстроилась, потому что для меня Новый год это все-таки семейный праздник. Но сейчас я понимаю, что здесь моя вторая семья. В нашей семье есть традиция ставить живую елку на Новый год. Это так классно, мы всей семьей украшаем елочку, и в квартире пахнет зеленью, пахнет Новым годом. А как вы празднуете Новый год? Расскажите. Комментариях, что у вас проходит интересного, может, тоже собираетесь семьей или что-то делаете свое. О, я хочу ввести новую рубрику на канал Алины. Мысли других людей про Алину. Как ты смотришь на эту рубрику? Нет, мне не нравится. Верни мой канал обратно. Вот, например, что ты думаешь про Алину? Так, про кого? Про Алину, про нее. Она хомячок. Я хомячок, слышишь? Что вы думаете про Алину? Про Алину? Ну это же хомячок мой. Что я могу про нее думать? Мой любимый хомячок. Алина, она хомячок. Все это говорят. What do you think about Алина? Красивая. Красивая? Алина милая, хорошая девочка. Хомячок. Хомячочек. Буду скучать по Алиночке. Алинка хорошая наша девочка. Зайчик такой, мой ребеночек. Я ее батя, она мой ребеночек. Ты помнишь Веру, я с ней снимала влог, когда я работала в Шанхае, мы работали 2 дня. И вот здесь, в Шанхае, мы встретились. Мы оказались в одном агентстве. Модельный мир так тесен. Правда, это очень классно. Встречаешь всех своих знакомых. Можно есть или нас будут снимать? Новый год с девочками, я думаю, будем отмечать примерно так же. Наготовим оливьешку, курочку, всяких салатиков русских. Также посидим, отдохнем. Сходим, может, куда-нибудь на елочку. Новый год — это мой самый любимый праздник, потому что вы готовите. Мой тоже. Покупаете подарочки, погружаете елочку. Это такой семейный праздник. Я согласна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите вместе с Ангелиной.